Новые дизельные электростанции установят на севере Приморья в Красноармейском и Тернейском районах. Соглашение об этом на Восточном экономическом форуме подписали глава Приморья Андрей Тарасенко и председатель правления федеральной сетевой компании «Единой энергетической системы» Андрей Муров. Ввод новых электрических объектов позволит обеспечить высокую эффективность использования энергоресурсов, а удаленные районы получат надежную энергетику. Соглашение подразумевает наше совместное сотрудничество в области распределенной энергетики. Это строительство новых и обновление старых существующих дизельных электростанций. Реализация данного соглашения позволит нам во исполнение майских указов президента наладить электроснабжение в удаленных северных территориях.